Проходите, пожалуйста. Победить разрушение. Вы можете мечтать по-настоящему и достигать мечты, потому что Иисус Христос пришел на эту землю, потому что Иисус Христос был рожден для того, чтобы восстановить отношения с тобой и со мной. И это ободрение для любого человека на земле. Нет такого низкого места, с которого Бог не смог бы поднять человека. Нету. И Рождество, оно говорит нам об этом. Нет такой ситуации, нет ничего в этой жизни, что могло настолько разрушить и ударить по нашей жизни, откуда бы Бог не смог нас с вами поднять. Знайте об этом. Вы готовы помолиться вместе со мной? Да. Я рад. И давайте мы поднимемся на короткое время. Все-таки придем. Я прошу тебя, Иисус. Войди в мое сердце. Войди в мое сердце. Очисти мое сердце. Очисти мое сердце. Прости все мои грехи. Эта акция называется «Поделитесь Рождеством Звездомным». Собрались, здесь участвуют неравнодушные люди, которые не очерствели своими сердцами по отношению к таким людям, которые принесли то, что мог приготовить. Кто-то налистники, кто-то там вареники, кто-то винегрет, салат, кто-то компот сварил, кто-то пряников надел. То есть здесь они вот сидят, сейчас покушают, собираемся хороводы покружить. Мы на последнем остановились 76, ну еще добавилось. И они приходят, уходят, но ну, мы так где-то ориентировались, около 100 человек, чтобы было. Я никому вреда не делаю, зла никому не желаю. Я просто прошу вот так, пойду попрошу, сколько мне надо. Пойти вот там, кто-то тише там что-то купит, поесть, кто-то так. Короче, я вот так каждый день вот так живу сейчас. Ну такие скрученные, короче, я не знаю, как их называть. И короче, пельмени были, и, короче, такое. Ну нормально, вообще нормально. Ну, и с мясом вообще класс, и каша хорошая. Горячая, хорошая вообще. Я вообще благодарный вообще не то, что не только Богу, и тем всем людям, кто это все делает, кто это, потому что Бог через людей делает. Я это понимаю, я это осознаю. Офис.